Ну вот смотрите, друзья, интересный дом, вот этот привлек мое внимание тем, что на крыше я вижу, вот не знаю, какие-то то ли камни, то ли плиты, плитки какие-то. Может, кто знает, что это такое, для чего это делается, пожалуйста, напишите в комментариях. У меня предположение есть, что это, скорее всего, может быть от ветра. Может, тут сильные ветра. Странно. Не знаю. Ну вот смотрите, ребят, прямо детская площадка, вообще шикарно. Ну и виды здесь, виды на Випавскую долину. Вот здесь мы сейчас находимся, это Випавская долина. Очень красивое место в Словении. Очень много виноградников здесь. Очень много вина, производителей вина в Словении. Именно вот с этой долины. Доброе. Ну вот смотрите, сколько виноградник. Это все вино. Виноградная лоза. Ну вот, друзья, сегодня едем к судебному переводчику, маленькую деревеньку словенскую в Випавской долине. И по дороге буквально каждый километр приходится останавливаться вот именно из-за красивейших видов. Нужно перевести несколько документов на словенский язык, справок для продления вида на жительство в Словении. Так, человек, судебный переводчик, живет в Любляне, и мы постоянно пользуемся его услугами. Но он достаточно пожилой человек, ему около 90 лет, представляете, очень уважаемый человек в Словении. И поэтому он уже часть времени живет не в Любляне, а на своей даче. Вот как раз вот в этом районе, в районе Випава.
Вот, вот посмотрите, вот по этим кадрам можно уже судить о объеме виноделия именно из Випавской долины. Смотрите, сколько виноградников. Надо еще сюда приехать все-таки в сезон, посмотреть, как тут все это растет, цветет. Я думаю, тоже будет очень красиво. Вообще сегодня замечательная погода, около 12 градусов тепла. Это, ребята, 30 декабря. Послезавтра уже Новый год. Так что еще раз всех поздравляю с наступающим. Желаю всего самого хорошего. Чтобы, ну, самое главное, чтобы эпопея с этим коронавирусом наконец-то закончилось. Всем здоровья, благ, исполнения всех желаний. Замечательное место. Тем, кто будет в Словении, рекомендую сюда приехать. Вот на горизонте маленький городок Випава. Мы туда как-нибудь заедем. Не знаю, сегодня получится или нет. Тоже очень интересный, очень красивый. В живописном месте находится. И очень много достопримечательностей в этом городке. Очень красивые улицы. Потом речка течет горная, красивая, старые мосты, есть дома старые, средневековые. Ну, в общем, кто будет в Випавской долине, тоже рекомендую к просмотру вот этот городок, называемый Випава. Ну, еще раз окинем взглядом эту долину. От Любляны, ребята, где-то в районе минут 40 езды. Thank you.